Привет всем, это Струнодёр, и данный ролик будет очень коротеньким, потому что в руках у меня акустический Fender, а все, в общем-то, прекрасно знают, я как бы начну сразу с антирекламы, что Fender не блещет своими акустическими гитарами. Вот, там своих героев хватает, как то Мартин, Тайлор, вот сейчас очень хвалят фирму Крафтер, Новейшн, ну и так далее, и так далее. Там много тоже хватает своих хороших, очень хороших инструментов, но это инструмент совершенно простецкий, такой, значит, модель называется DG5 NAT. Вот, но мы решили, что уж коли он у нас есть, давайте мы немножко его проапгрейдим, поставили вот такой пьезодатчик от Jeton Cherub. Вот. Вполне себе достойно, и в общем-то плюсы следующие, то есть гитара очень хорошо разыграна, удобная, мягкая, то есть играть на ней реально удобно, и для начинающего вполне подойдет. И даже вот я не стал там что-то делать с грифом, потому что здесь потерлась красочка на накладке, ну и выглядит так себе винтажненько немножко. Fender DG5 NAT, совершенно недорогая акустика начального уровня от Fender, заряженная пьезодатчиком и вот такой вот штуковиной тембр-блоком от Cherub Jeton, с тюнером, со всеми делами. В общем-то, играть удобно, и кому нужна недорогая акустика или на обмен что-нибудь можно. В общем, любые варианты рассматриваются, так что, что называется, welcome. А я на сим прощаюсь, пока-пока.